Добрый день, сегодня у нас очередная распаковка. Здесь резина для велосипеда, богатый. Заказывал на Алиэкспрессе. Так, цены не помню. Если укажу где-то. Посмотрю. Так, вот что-нибудь. Распакован он так неплохо. Для железной вещи нормально. В комплекте у нас идет. Еще пупырку вообще завернули зачем-то. Ну, ладно. Хорошо характеризует продавца. В комплекте у нас просто резина. О! Ничего себе! Она сама, короче. Ай! Открывается. Так она складывается. Можно сложить. Все. И закрепить. И так вот весить. Потом, когда она необходима, корзину уже не положить. Просто крючок этот снимаем. Опа. Она сложилась. Мне интересно. А, болтики есть. Вот такие. Эти гайки. Болтики без гаек. Странно. Ну ладно, гайки не проблема. Кстати, корзина неплохая, единственное, что она реально какая-то корзинная корзина. Дырки большие здесь. Так, интересно. А нет, есть. Тут еще у нас имеется тот, что здесь лежит. Так, гаечка упала одна. Еще одна упала гайка. И вот такие штучки. Трубочки. Зачем трубочки? Так. Трубочки зачем, я как-то не догадываюсь. Кстати, здесь которые подкрепеж, наверное, можно использовать. Ну да. Понял, зачем эти трубочки, их сюда надо. Надеваем, чтобы не царапался руль велосипеда. Пойду ее вешать на руль. Хочу обратить внимание, здесь еще для крепежей можно использовать. Жестяжку сделать. Я сделаю обычной этой. Вот с этой стороны тоже. Вот не знаю, куда это вешать можно. Там, в принципе, придумать-то можно. Такая очень хорошая. Она не тяжелая, я бы не сказал, что она очень, очень тяжелая. Так. Главное, что она быстро открывается. Так, вот делаем. И... Опа, все. Пошел вешать, покажу, как оно будет выглядеть на велосипеде. Ну, я скажу, что не сезон сейчас именно заниматься этой. Ну, хочу добавить. И езжу я зимой, и сегодня, или завтра, я буду менять резину. Так, у нас выпускник. Ставлю на велосипед зимнюю резину. Ну так это выглядит на велосипеде. И все. Закреплено у нас. Сюда я обычно кладу на кроватку. Замочек. Перчатки, шапку и еще один замок, он там висит. И все. В принципе, что для чего нужен, я помещаю.
Удачных покупок, ставьте лайки, подписывайтесь. Будет впереди еще много интересных распаковок.